Что, продолжаем мы сегодняшний наш кубок, Invite Cup. И у нас финал сетки лузеров. Где встречаются давние соперники SWAG и Cats. Повеселились мы немножко в прошлой игре. С Акасти Мурена с Доминейшеном. Кому понравилось и не понравилось, пишите петиции. Но, на самом деле, я немножко подустал, хотелось бы мне все-таки сакастили и дождемся Мурена. Думаю, он к нам присоединится. Ну и начинается у нас сразу бана Офелия, паразит, Master of Arms. Так, я немножко не понимаю, это у нас ZBO1 или ZBO3? Что же мы все-таки решили? Так, получается, я сегодня все-таки буду снова кастить один. Rhapsody. И первый пик Рапсодия. Какой будет ответ? Я так замечаю, у нас сразу начинается... Интовский становится интовский прикол, Рапсодия. Для Ли, скорее всего, будет Гаунтлет. Прервусь я на небольшую паузу. Посмотрите фазу пика, я вам к вам скоро вернусь. И я к вам вернулся. Продолжаем. Смотрим Кракен следующим пиком и Гринекс от Генчика Guess Who. С вами Лаг. Меня зовут Гришаня. И сегодняшний день мы проводим замечательно. Ну, лично по моему мнению. Очень интересные игры, топовые команды европейской сцены показывают отличный скилл, есть чему поучиться. И команда BMG, которая X-Lions, уже ждут своих противников в гранд-финале. Посмотрим, кто же это будет у нас. Либо коты, либо сваги. И Гаунтлет, как я уже говорил. Гаунтлет, Рапсодия пойдут на мид. Напомню то, что сваги у нас дошли до финала сетки лузеров через сетку лузеров, само собой. А коты у нас шли долгим путем через сетку винеров и упали, держав, не потерпели поражение от команды BMG, сыграв с ними 2-1. Но хочу заметить то, что действительно была отличная игра от котов. Первая. И вторая выигрышная, ну, само собой, была замечательная. В первой игре могли одержать победу, но где-то чуть-чуть упустили свой момент. И поэтому не получилось, не дожали. А так все было отлично, и я уверен, наши команды могут соперничать с теми же топовыми инт-командами. То сейчас показали Кэтс. На самом деле, сваги еще не показали такой отличной игры. Против BMG решили они сначала повеселиться, продолжить турнир на морали, хорошо отыграть и
БМЖ не дали себя запушить, не дали затрайхардить, и поэтому баги в лузера пустились. Но после этого одержали одну победу в БО1, выиграли команду Sweet Like Ice, которую выбросили из вин-сетки коты, выиграв 2-0. И посмотрим, что же наши команды подготовили против друг друга на данный момент. Забанили кипера, слоу-стиллера. В общем, Низ решил перебанить таких самых любимых героев, на которых играет FF. Ампир, Солстиллер, Арахна. И я бы хотел, чтобы сейчас для Тенди, либо для FF пикнули Емини. Очень интересно наблюдать за этим персонажем. Как им контрят. Очень сильный герой. А как играет дабла Артмейстера и Guess Who? Торт плюс Пестиленс. Мы уже видели. Это выигрышная была игра против команды BMG. И интересный пик от Ниса. Это Кирка. Только вопрос. А, будет саппортить. Я понял. Только кто будет? На ком будет керри Тенди? Давайте подумаем, что у нас осталось из интересного. Драконис, Флинт, которым уже один раз показал себя, Тенди, КД, СВМ, Мэдмен, почему бы и нет, Даркледи. Достаточный набор керри у нас есть, чтобы убивать, чтобы показать отличную игру. Даркледи. Все-таки это Даркледи. И Сэндрейс для FF. Дабл мид у нас будет стоять Артмейстер Квай. Рула пойдет на тяжелую линию, будет фармить против Тендика и Сэмми. Нет, Маус, скорее всего, будет нянчить Даркледи. И СВ с Эмпаской будут воевать против Кракена. Не успели слапнуться. Замечательно. Включаемся и тогда берем еще одну небольшую паузу. Скоро вернемся. Не уходите от нас.
И возвращаемся мы в игру. На АП быстро парни попикали. Меня зовут Гришаня. Майникнейм Лак. Приятного всем вечера. И смотрим финал лузеров. Быстро, ребята. Попикали. Так. И надеюсь, эти игры будут достаточно интересными, успешными, чтобы провести интересный вечер. Сейчас по Москве у нас 9:30. Ожидалось то, что финал будет примерно у нас 9:30, как раз уже гранд-финал. Но, как обычно, у нас все перенеслось из-за долгих игр. Из-за качелей туда-сюда, но стараемся выдержать и стримить просто до конца. Ну, по лайнам стандартненько. Эти ребята уже много раз играли друг против друга. И смотрю, тут уже нету такого прямо деф-фордов, как Гена делал в самом начале против европейцев. Вард либо сюда, либо сюда на ХГ, чтобы видеть ходы и заходы, но лесников у команды свак нету. Поэтому решается это не делать. Интересный пик кирки. Посмотрим, как она себя будет реализовывать. Все-таки Маус решил пойти. Решил капитан команды Низ поставить на дабл мид Мауса вместе с Ли. Обычно он исходит Сэмми или. Но Сэмми в этот момент будет нянчить ТДЛ-ку. Ну тут у нас такая связочка очень интересная. Это СВ и импаска. Очень убивательная связка. Будет очень много контроля давать по всей карте, по шестому левелу. Ребята апнут. Так, тут, я думаю, должны были спалить, что вард поставили. Так, угадает ли Сэмми вардом? Будет разваживать? Пока не угадывает. Кракен тут гоняет. Так, увидел вард. Думаю, да, увидел. Конечно же, вард. Генчик. И теперь, конечно, будет немножко тяжеловато кракену фармить. Тут Квай агрессивничает очень сильно. С Рапсодией они перетыркиваются. Ну а тут, в принципе, все ровно. Только пока почему-то Гринекс у нас получает левел. Прогрызся так. Чуть-чуть. Гринекс и будет стоять лечить экспу. Не хочет туда заходить кирка. А на миде пока экшена нету. Эти ребята фармят. Чуть-чуть отгреб у нас кракен. Рапсодия больно своим скиллом все-таки дамажит. Апнул гаунтлет второй левел. И думаю, скоро будут езды. Куки. И отличный кук был по торту. Ну и отличная игра также от пестиленца. Заблочил он сразу своим станом рапсу, которая не дала свои микробаши. И также рапса у нас получает инвиз. Так, а что у нас? Кракена нет никаких проблем. Гринекс хорошо лечит экспу. Кирка пока особо ничем его не напрягает. Спокойненько так. Тут, я думаю, должна была быть инфа, то что рапсы нету. Так, баночка. Есть уже баночка сейчас. Летит. Наверное, все-таки Маусу надо было раскрываться. Начинать дамажить, потому что просто так стоять и понимают ребята из команды Cats, что гаунтлет пока не апает левел, значит где-то в инвизе стоит та же самая рапсодия.
И смещают крипов, не дают хукать. Так, вселенцу только летит баночка. Рапсодия у нас протусовалась. Ну тут ничего не будет. Просто так подамажили. Так, кирка у нас ушла пулить. В это время, так, посмотрю по крипам. 19 на 4. Так, у нас тут активный вес прямо по торту. И дабл стан. Не дадут забрать. Да, все-таки не сможет забрать. Тут еще будет стан. Ай-яй-яй. Не затаймил все-таки КД стан микробаша у Рапсодии. Ой, я дал ФБ. Так, вернемся к крипам. У нас в Гринекса 9. ТДЛ-ка, конечно, перефармливает, но Гринекс не самый бомж в этой игре. Кирка все-таки так хорошо напрягает этого пацана. Ну и стопроцентный вариант, то что ну, не сможет его убить. Так, Рапса хватает каст. Так, тут у нас напряги у Крякена. И Крякен умирает. Пару крипов так подползли Гринексу. И счет пока 1-1. ТДЛ-ка убивает. Не успеет. Но все-таки не получилось убить Гринекса. Даже с просветочкой. Противостояние хардлайна. 17, нет, ошибаюсь, 16-1 и 28. Ну, то есть Кракен тоже себя достаточно хорошо чувствует. Если бы не килл, он достаточно так плотненько постоял. В отличие от Гринекса, у которого 11-1. Тут ТДЛ-ка накормила гасты. И оттягивает крипов Ли. Правильно, пока проседает по левелам Кэтсы. Надо забирать. Смотри, у нас перчаточка прокачана. Так, тут кирка видит Гринекса. Но, я так понимаю, знают всю эту тему. И трип побежали. Маус застопил. Пока преимущество у свагов 600 голды. Тут, в принципе, есть мана. Я думал, можно было бы на развороте попробовать убить товарища Кракена. Так, а тут у нас въехал нормально, так Гринекс. И я думаю, можно было бы вернуться. Кирка у нас пришла, но она уже здесь лишняя. Вроде как бы попытались убить, но не получилось. Здесь спокойненько себя чувствует Кракен, получает свой левел. Так, а тут уже будут убивать. Нет, ульты нету у FF, поэтому... Так, стенка. Решили не бить толстого Кракена, у которого есть банка. И сейчас, я так думаю, будет хук, ульта. И будут умирать. Кто-то умрет из кэтсов. Если попадутся, конечно, на этот хук. Так, статистика. У ДЛ-ки 48 крипов, у 43. Ну, я бы сказал, почти ровно, ровно. Один больше за... Так, и въезжает прямо прямой въезд по Пестилинсу.
И не убьют, смогут убить. В итоге убивают Ли, немножко протупили в этом плане. Еще и Рапсодию забрали. Вообще в никуда свой первый скилл кинула кирка. Поэтому не смогли убить. А так бы, если бы срезали пестиленца, было бы все намного лучше. Там буквально оставалось хп 30-40. Ну, не забываем, у нас пока фармит ADL. Конечно, без скиллов, но фармит. На тотальном фрифарме. И у FF есть скиллы. И 2 ассиста. А у Тенди пока по нулям. Но в итоге КПМ один и тот же. Так. Не смогли убить пестиленца. Сейчас ульта как раз откатится у Гаунтлета. Если кто-то выйдет, будет очень больно. Хорошо контролит крипов Ли. У Кракена все хорошо. Если бы не смерть, он бы вообще себя замечательно чувствовал. Продолжаем. Так, и сейчас будут так атаковать и пытаются убить Dark Lady. Dark Lady решила попасться, но ее быстро, конечно, тут забирают. И Кракен, ну, никого не сможет забрать, все очень мобильные. Быстро решили ГПМчик срезать у ТДЛки. И отлично получилось. Так, буду забирать. А, у нас тут Кракен еще в инвизе бежит. А пестиленца буду забирать. Ну, Рапсодия его быстро, конечно, поймала. О, все. Отличная реализация инвиза от Васяниниса. Он чудесно сделал даблкил. И преимущество по голде он убрал от кэтсов. Сейчас по голдишке все ровно. Ну а ТДЛ-ка, я думаю, свое нафармит. А, странно. Сейчас должен, наверное, прилететь сустейнер. Сустейнера нет, он Гринекс тут гуляет по чужому лесу. А, сейчас еще и Гаунтлет у нас отъедет, я так понимаю. Да, тут под стан попался. Ничего не успел сделать Ли. А, тут... Так, вот я думал, еще будет продолжение какое-нибудь. У FF все замечательно с фаром. Он свой небольшой такой гангающий билд собрал. Поэтому его пока особо ничего не будет смущать. Так, уже 2к экспы выигрывают Cats Gaming. Посмотрим по ГПМ. 360. Пока затишье. СФ фармит. Ему ничего не мешает. И никто не мешает. У Гринекса у нас хоста. Сейчас кто-нибудь, да, вот как раз Рапса подойдет. Ой, Эмпаска подойдет. А нет, вон уже.
Отлично все сделал. Шула затаймил. Не дал просто единого шанса. А тут у нас забрали торта. А, вот, вот оно как. У нас... У нас отличную ульту сперла кирка. Так, все-таки у нас Ли может что-то сделать. Отлично. Отлично все было сделано от Ли. Перчатка в лоб. И хук. Так, а вот здесь уже интересно. Так, стеночка есть? Есть стенка, да, все. Это труп. И FF спокойно на ХГ подбирается. А еще и кирке сейчас по голове дадут. И, так, вылетел Маус. Пауза будет? А пока прерываемся на небольшую паузу. Так, этот вард видно. Но сейчас как-то не очень хорошо все складывается у сфагов. По одному их позабирали, кирка вылезла. Знаю, что против нее пес стоит, который ульту сразу на нее повесит. И все же решила вылезти. Это и поплатилось. Хорошо реализует себя СВ, прямо как появляется ульта, они гангают. ТДЛ-ка. ТДЛ-ка терпит. И я так смотрю сейчас FF, который играет на SV, я так думаю, будет покупать МОК первым айтемом. Первым дамажащим айтемом, конечно же. Заберут еще пару вышек и... О, он готов. Там, уже говорил, вард этот, он точно спалит. Ну, преимущество пока не сильно пропустили. На пульту. Кто-то у нас вниз будет на FF-ах. Сейчас у нас придет Рапса. Ой, все путаю, Рапса, Эмпаска. Я просто уже сегодня долго стримлю. Там начинается язык доплетаться. Эмпаска сейчас сядет в СВ. И они Гринексом побегут снова ТДЛ убить. Я в этом уверен. Да, так оно и есть. О. И снова двойная ульта. Кирка сразу ворует эту ульту. И быстро умирает. А нет, успел как-то убежать. И еще успел релизнуть вниз. Умрет же. Нет? Вау. Не успел. Да. FF еще успел забрать Рапсодию. Ну, все вообще отлично складывается у котов. Реализуют они полностью свой ганг потенциал. Так, скорее всего, опять кто-то вылетел. И буквально через 2 минуты мы увидим МОК. Я так понимаю, это тактическая пауза. Ребята хотят обсудить, что же делать дальше. Как-то надо планово строить свою игру. Забейтить, что ли, на ТДЛке, потому что, ну, жизни я вообще не дают. Рунет. У нас откладывается в долгий и нудный ящик. Тут спасет только... Да тут уже, в принципе, не знаю, что спасет. Ну, спасает пока то, что СВ очень у него мало ХП. И его можно будет забрать.
Туизис про каста, там, а Гантлета Кракена, а там еще ТДЛ-ка присоединится, то СВ у нас погибнет быстро. А еще мы как видим, Кирка у нас ворует ульт СВ. И также двоякая ситуация получается. Везде СВ на всех наезжает. Я, конечно, на самом деле не знал, что ульту, иллюзию, точнее, от ульты СВ, Кирка может также захавать. Вот это для меня была новость. Ну, как видно, герой действительно супер. И в нашей комьюнити и интернешнале его будут очень часто юзать, пока потенциал его особо не раскрыт. Раскрыли все-таки потенциал Рапсодии. Я очень сильно обожаю этого героя. И вот пришло его время, когда на инте его пикают, когда его начинают пикать у нас на Гарене. Ну и пока паузим. Также хочу еще раз напомнить, 8-9 февраля будет LAN-финал. Примут участие команды Кэтс, Свак, Квам и Мека. Что приглашаю вас всех на Киберарену. Приезжайте, смотрите, болейте за своих любимых командов. Можно также будет лично со всеми пообщаться, видеть их вживую. Многие, наверное, хотят увидеть великого Генчика. Смотреть, как же выглядит пикер команды Кэтс. И, как многие говорят, топ-1 саппорт. И сейчас не угадал как раз Guess Who у нас. И следующая вылазка от этой элку. Тяжело. Так, тут должны все-таки. Блин, нет, не получилось все-таки загангать. А, тут. Так, тут еще с такими темпами, может и. Так, тут отличный ульт от Рапсодии. Но минус 2 делает стеночка. Кракен. Кракен откладывает быстрый мок от ФФа. Еще на. Сколько-то там монет. А в это время, хотя не откладывает. Сейчас FF выйдет, и все будет отлично. А пока появляется Пестиленса. В общем, Гринекс сейчас такой жесткий MVP в этой игре. Он везде. Он везде гангает, у него все замечательно. 6 киллов, 5 ассистов. Еще и успевает подстакать. Все замечательно. Ну и так, тут у нас будет трипл стак. Надо с вагом сейчас ходить в какой-то деф, так повардить чуть, потому что вардов совсем нету. Сэмми носит 2 варда, но пока их не ставят. Хотя у котов тоже вардов нету. Такие все-таки рунят, я так понял. Будет вот ЭДЛ-ки следующим айтемом. Так, Гринекс в инвизи у нас заходит. Эмпаска, садись в него. Так будет быстрей. У Кракена с Хоблом, думаю, тяжело будет им забрать. Он появляется мок. Дофармил мок СВ. И не палят. А сейчас заберу ТДЛ-ку. А. Зафейлил. Так. Отличную ульту ворвет Кирка. И тут сейчас война. Забрали быстро ФФа. Так, и сейчас торт также у нас упадет. Вообще все отлично получилось у свагов. Хорошая ульта от Кракена зарешала в этом моменте. Не дали Гринуксу раскастоваться прямо сильно-сильно. Хорошая ульта от Гаунтлета, который остановил СВ. И отличная игра от Кирки, которая сперла ульту и надамажила всем.
тот же СВ с тем же моком. Ну, конечно, очень жесткий герой в таком плане. Действительно, вот смотрите, захотите законтрить СВ? Пикайте кирку. И доминация котов постепенно падает. Чуть-чуть и по чуть-чуть. Так, рунит уже есть. У ТДЛки пока есть у Гаунтлета. Все становится более интересно. И хочу отметить отличную игру от Кракена. Василий прямо исполняет. Прямо отличные ульты. Ульты еще не были зафейлены. И 6-1, пока он идет. Так, у Гаунтлета еще есть Барбит Арман. Полностью хочет. Весь дамаг от СВ влетал ему обратно. Ну и также Гринексу, который, по сути дела, всех задолбал. А ТДЛ-ка с рунитом хоть и на 20-й минуте, но она свой сделает. Дайте этой мадаме пофармить, она успешно делает так, что все гребут. Так, не отдают вышку сваги. Кофармят. Коты. Ну я как и говорил, то что СВ с фастмоком, он такой хиленький. Если попадает в него проказ гаунтлета, он редко выживает. Смотрим по крипам. Так, 143 у Тенди и 130 у FF. В общем, пока КЦ опасаются каких-нибудь файтов. Пока не будет, скорее всего, какого-нибудь следующего айтема для FF, нибудь, который будет повышать его выживаемость. Потому что пока все печально. Так, въехал. Веселенс, так, и тут пытается быстро сбрить кирку. Но, так, Гринекс, Гринекс умрет. Так, кирку быстро сбрили, поэтому Кэтси сейчас в более лучшем состоянии. Сейчас пока полная такая неразбериха появляется. И все, ФФа забрали. Так, Пест. Пест Гринекса убили, Гаунтлета, но тут все же заберут. Товарищу импас. И размен 3 в 3. Но, хочу заметить, кэри команды свак выжил. И это намного лучше, конечно. И... Так... Фармят. У так у ТДЛ-ки скоро в скором времени будет у нас шранкин. Понял, Тенди совершенно не хочет бояться ульты от СВ. Ну, понятно, говорю, СВ пока тонкий. Его вот я так думаю, это будет либо Хобл, скорее всего. Либо Хобл, либо Тараска. Не знаю, что именно захочет в данном плане FF. Denied.
Ну, коты выбрали правильную стратегию, убили кирку, выиграли замес, но все равно, если бы была кирка, тут бы, скорее всего, замес был бы в 3-2 в 5, где-то так. Так, спалили стак баги. Кракен у нас постепенно подходит к своему Деймонику. И Гринекс выходит у нас на Шранкин. Тенди Шранкин на подходе. Быстро фармит. Так, тут агрит ФФ Кангора. Так, ну если бы хотели Хоббл, Хоббл бы уже был у ФФа, поэтому... Поэтому там, я так понимаю, ФФ выходит на Тараску. На Тараску, либо это будет Элдер Паразайт. Вот. То что, а я даже не могу представить, что именно хочет ФФ. Ну, в будущем узнаем. Так, тут у нас стаков нету. ТДЛ-ка обиженно уходит обратно. Нет, просто заберет этот пул и уйдет. Гаунтлет приобретает ПК. Гринекс забирает у нас... Тут иллюзия пытается все разбить, свежение. Ну и что, в принципе, можно подраться. Ну тут свежать-то особо пока не в кого и дески. Вот и готов Шранкин хэт от Тенди. Так, тут ПФ всего по чуть-чуть как-то покупает. Это я так понял. О, и достали торта. Минус торт. Еще один фраг для Тенди. Посмотрим его ГПМ. Уже равный. С СВ. СВ, я так понял, тоже собирается варить Шранкин. И сейчас ребят с команды СВАК будут пушить Т2. По сути дела, всем нужны Шранкины. С ребята отдают из котов спокойно свою Т2. Сами пока подфармливают. Чуть протолкнут линию. Чтобы ребята дефать могли. Да, и у Гринекса остался рецепт для Шранкина. Так, ну а тут FF так чуть-чуть подамажил. Подамажит крипы. Я думал, может, гангнет собирается. Нет, ну, саги поняли свою ошибку и теперь более-менее так вместе передвигаются и... Тенди уже есть ранка, его так просто не догонят. Так, Рапсоди приобретает страйдера. По ГПМ уже Тенди начинает постепенно обгонять ФФа. Таков у нас нету, и Тенди райт-кликом покупает Abyssal Skull. Решает больше на выживаемость свою поднять. Так, тут у нас FF чуть-чуть остается до Shrunking Head. Буквально рецептик. И файты будут намного интересней. Тут еще Т1 стоит. Его собираются дефить. Нет, видят то, что сваги отходят. У пестельницы уже есть ранка. Она еще лежит на базе. Но сваги решают подраться. Так. Ну, решают просто забрать. Тауэр. И тут может нарисоваться интересный замес. А, нет. FF, я так понимаю, дал команду. Нет, шранки, не драться.
Слишком много контроля. Но если выцепят по одному, то еще можно что-нибудь будет придумать. Так, вот тут. На FF-а сразу. И быстро сбривает FF-а. У FF-а нет байбека, он только что купил рецепт. Вот такой вот фейл. И буду забирать Гринекса. Нет. И сейчас попытаются сбрить Тенди, но я думаю, не успеют, потому что отлично себя показывает Рапсодия, ульту раскатывает. Минус Пестилинс и минус Эмпаска. Вот это да. А у ТДЛ-ки еще и ДД было в банке. Он себя вот почему так спокойно чувствует. Кракен приобретает свой Даймоник. И это должна быть минус сторона. И с фагом надо заканчивать эту игру. Они находятся у нас не за Хеллборн, поэтому так нагло идти на Кангора они не решаются. Решаются просто запушить Лайну. Хочу сразу напомнить, эта игра пока не решающая, потому что у нас БУ-3. После данного БУ-3 своих соперников ожидает у нас команда БМЖ. Пытается отвлечь. Так, ворует сразу кирка ульту и ответная ульта. Ну тут СВ против СВ. Ну тут разобрали, конечно. Кирка умрет. Умрет и Кракен. И вот так вот. Потратив один байбек, который выкупился Квай, затащили. 5 в одного, я бы так сказал. СВ такой более-менее покоцанный был. Ну, не убили. В сторону не отдали. Ну, в принципе, все хорошо. Можно попробовать и Кангора забрать, почему бы и нет. Под ультой песца. Я так думаю, так оно и будет. Вот уже начинают убирать. И это... Такая вот ошибка может, конечно, многого стоить. Видит, знает, конечно, сваги, что ребята на Кангоре, но ничего сделать не смогут. Конечно, молодцы, быстро первый раз вырезали СВ, но тут реснулись и отбились. АП это Лекс Талионис. Исху. Такой сильный буст дэмэджа на третьем левеле он дает. То есть вешается как аура, и в этом магическая дамага увеличивается на том клиенте, плюс еще и физическая. Ну, то есть минус броня, минус магическая и минус физическая броня. А, по ГП ему ровно. А, конечно, хардлайнер харду Кракен лидирует как хардлайнер, а мидеры одни и те же. Так, Кракен с Даймоником. Так, тут будут въезжать в одну Рапсодию. Думаю... Не, я думаю, узнали, что это иллюзия. Так, решают слить быстро. И отлично ульта от Мауса, еще хорошо файтится. Отлично ульта от Кракена. Вообще, и Барян всех стягивает, и... Будет. Клон СВ убегает. А, так, ТДЛ-ка у нас жила? Жила? Да, ТДЛ-ка живая. В принципе, идея хорошая. Сбили быстро токен и убежали. Но из-за того, что у пацанов шранкины, не особо так получилось надамажить.
У ФФ 8-4, у Тенди 5-5. Из-за этого, я так думаю, да, больше киллов ФФ держит. Ну и, конечно, ассистики. 16 ассистов, как у Эмпаски. Очень много денег. Так. Сейчас быстро заберут Кракена. Уже просто... Как будто Кракен и не был толстым. 2К КП слетели вообще просто моментально. И теперь... Нет, у Кракена есть байбек. Есть на байбек, есть байбек. Думаю, КТ это знают, и поэтому не собираются идти. 35-я минута игры. Как видим, те же самые качели туда-сюда, но по XP CS Gaming выигрывает. 8,5 тысячи XP они выиграют, а по голде вообще все ровно. О, наконец-то Бульварк приобретает Пестилинс. И Сашу Яшу приобретает у нас Даркледи. Так. Тут видят подходы Гаунтлета, ну сразу понятно, что это иллюзия от кирки. Оба пацаны не агрятся на такую фигню. И Барбит армор от Кракена. Все хотят, чтобы СВ сам убивался. Ну, СВ у нас... О, СВ у нас собирал... Засобирал Staff of Master. Вот. Оказывается, Staff of Master у нас эффект страха накладывает. Крупная область на 2 секунды. Затем замедлит их. Скорость передвижения на 15% на 4 секунды. Вот это, конечно, да. Отличный такой буст. Хотя допушить. Я думаю, сейчас будет замечательный файт. Так, тут. Вот, у нас быстренько пытается вырезать Кракена. ТДЛ Рапсодию убивает, она ультует почти в никуда. А в это время забирают торта. А ТДЛ-ка-то с ДД. И релизует ее. Отличный файт. А, еще один байбек от торта. Ну, одной прокаткой ТДЛ-ка, конечно, его сбривает. Ну что, ребят, можно на развороте попытаться убить СВ. Так, ну, тут Гринекс, я думаю, не сможет забрать. И тут Гринекса еще самого разобрали. Отличный файт для свагов. И тут можно писать КГВП. Геноцид. FF потратил один байбек, чем его еще убили. Здесь байбек есть только у Гринекса. Так, Гринекс. Ах, Ли у нас умирает. Так, отлично. Но не успеют увидеть. Fake and Seed. Постепенно байбеки у кэтсов тают. И уже преимущество на лице свагов. 5к золота и 1к по XP. В общем, все отлично. 4к голды у Тенди на ТДЛке. Все мега отлично. У каждого очень много голды, но ну, кроме саппортов. Саппорты покупали, нуль талисманов, чтобы их с руки СВ не гонял и Пестилинс не станил. Ну, имеется в виду стан Пестилинса от третьего скилла, чтобы он промахивался. Или он работает. Я, к сожалению, не знаю, но думаю, там в частности все от СВ и писта. Так, ну что, сейчас свагам нужен Кангор. Здесь, как всегда, от кирки. Ну, замечу, отличнейшая реализация кирки в данной игре. Она напрягает просто всех.
И тут ТДЛ-ка уже просто в наглую носится туда-сюда. Напомните, один раз уже что-то подобное мы увидели. Опа. О, тут сразу так. Кирка сразу ворует ульту. Это своя. И тут. И тут Махач. А Махач быстро сбривает ФФа. Ну и тут еще отъедет. Так, не отъехал товарищ Пестиленс. Добрали быстро троих, и можно заканчивать игру. Там, поздравляем команду SWAG с первой победой. И ждем второй матч, который будет с минуты на минуту. Не уходите от нас. Продолжаем.